Kim's crooked sent what I need. It takes in crooked. А потом к ним. Ворон-кут меня называют. Сказку вам скажу. Чукотскую, анкалынскую. Летом гуси в тундру прилетали. Вот у всех птенцы уже выросли. У одной нет никого. Кутх с неба смотрит. Где последний? Последний наш гусенок родился. Очень спать любил. От мамы убежал. Опять спит. Ворон-кутх — ночь творящий. Свет на тьму заменяет. Так всегда. Кто кричал? Вот лиса пришла. Мелкие кости в запас отложила. Подрастут пока. Оказывается, мышка пришла. Кто плачет? На мышиную землю увела. Откуда бескрылый гусенок? Думал мышка-старичок. Так решил. Кто свой путь потерял, пусть вниз летит. Заплакал гусенок, маму свою зовет. Аника, 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 сисика, кума, китете. Айц, кума, манки, ксинк. Кыза, агняц, ксинк.
Вот подземный народ пришел. Кто здесь ходит? Что потерял? Великая хозяйка земли Чукотки много трудится. Пора отдохнуть. А вот и наш гусенок. Такой страх пережил. С неба паук спустился. Рыбу ловить. Так гусенок до неба добрался. Никто гостя не встречает. Сам Кутх явился. Кто мои звезды распугал? Неужели бескрылый гусенок такой сильный стал? Ну что ж, лети к своей маме. Она тебя давно ждет. Снова гусенок родился. Теперь не будет долго спать.